Київське «Динамо» зіграло свій перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи у Греції. Зіграло проти АЕК, зіграло в нічию 1-1. Результат дуже хороший, дуже багато критичних стріл було в бік Київського «Динамо» після цього поєдинку. Давайте послухаємо, що говорили безпосередньо самі футболісти після матчу, а потім ми продовжимо нашу дискусію. Ну, у нас установка была, да, забить быстрый гол, поэтому мы ее, в принципе, выполнили, но плохо, что не продержались. Пропустили гол, но ничего, будет ответная игра в Киеве, будем побеждать. Было очень много подач, и тяжело было разобраться, я не помню, кто там. Тяжело очень серьезно разобраться было, поэтому пропустили ошибку и пропустили гол. Тренер просив пресингувати нас з перших хвилин, але у другому таймі ми підсіли, адже суперник посилив натиск. Але зрештою результат для нас позитивний, і у нас є другий матч вдома, і ми сподіваємось перемогти. В этой паре нету фаворита, шансы остаются 50/50, я считаю. Но, опять же, повторюсь, если не смотреть на игру, а отталкиваться исключительно от результата, то результат неплохой. Олеже, ну ви, як експерт по грецькому футболу, в принципі, от дуже багато, знову ж таки, критики було з приводу Київського «Динамо», з приводу рівня гри, але я хочу вам сказати, що мені гра сподобалася. Ну, мені дуже понравилось, може, не повністю. Второй там где-то подсели, но понятно, что и АЕК усилил давление, и замены произвел, и вышли основные футболисты. Но надо отталкиваться от результата. Результат 1-1, и мяч этот забитый на выезде, он дает очень хорошие шансы на проход дальше. И я вообще считаю, если бы не ошибка, это досадная вратаря, вообще бы победили и спокойно увезли бы победу. Помилка, це помарка така, знаєте, тобто не десь не вистачило кваліфікації. Тобто після ігрової паузи, безперечно, у кожного футболіста будуть такі от, ну, якісь нестандартні дії, багатьох футболістів було. Шкода, що Бойка вона стала гульовою. Але, в принципі, звинувачувати Дениса у цьому, ну, абсолютно жодного сенсу немає. З приводу того, що ви кажете, що підсіли другий тайм фізично, мені здається, грали по результату, вийшли на результат, на 19-й хвилині забили гол, правильно? Що робити? Ну, а як можна грати? По результату, наверное, эта команда еще не умеет играть, я так думаю. Ну, важко сказать, если играли 1-1, то, наверное... Забили гол, в принципе, по результату играть, это где-то пытаться поймать на контратаке и закрепить. Потому что, ну, возможности, например, для контр-игры были. Я завжди думал, что по результату это не пропустить. Если забиваешь, то не пропустить. Ну, было видно, когда было появились видно, счете. Что они немножко... В конце уже подсели. И там скорее вопрос времени был. Все-таки, наверное, я больше ожидал пропущенного мяча, чем забитого. Ну, это мое, как бы, мнение. Но не то, что не, я ожидал. Я честно говоря, у АЕК голевых моментов не было. Они владели преимуществом, там больше ударов по воротам, но голевых явных давление было, вот трибуны. И я боялся, чтобы судья не дрогнул. Было видно там моменты такие на тоненького. Ну, он нас пошкодовал, потому что, в принципе, Гармаш мог и пить пораньше, да? Ну, да, но мог пить раньше. Ну, але я тебе скажу, что не было таких критичных моментів сказати, що він там, що він навмисне там якось було так, на межі. Він мав можливість прийняти таке рішення, таке прийняв таке. Ми немножко не об этом говоримо. У Динамо очень хороший плацдарм перед ответной игрой. І игра показала, що футболісти, в принципі, можуть грати і можуть добиватися результату. Тобто є результат, він дійсно положительний для виїзного матчу. І зараз від цього результату потрібно плясати. Динамовці можуть зараз грати на контратаке. АЕКу потрібно во що би то не було забивати. Динамовці можуть просто поймати пару раз на контратаке, тем более в ранешний будет играть. Шансы будут. Поэтому главное сейчас этой ситуации правильно распорядиться. Ну, я не знаю. Я, вот, честно говоря, дуже оптимистично налаштований на поединок Киеве, потому что, ну, мы знаем, что греки дома и греки на выезде – это две разные команды, правильно же? Олеже? Ну, конечно. Они ну, на выезде, там эмоции, тем более они стоят зовсім... перед большим выбором, как нужно сыграть. Выпустить ли основной состав, но они сейчас воюют за чемпионство. И сегодня они очень... Легко разделались к Санте. Первый там 4-0 просто вынесли. Я боялся смотреть, когда посмотрел, а там три гола забил Враниш. А он с нами не играет. Зі стандартів. Тобто те, що є проблемним для Київського «Динамо», не пропустили від АЕКа зі стандарту.